Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас игра под названием Road Z The Last Drive. А в общем, новиночка, которая не так давно вышла в Стиме, и в принципе должна быть сама по себе интересной, потому что есть машина, есть зомби, и надо это все как-то сопоставить. Похожая игра у нас была, только где мы просто на тачке ездили по пустыням, там что-то собирали разные детали, пытались как-то выживать, но дальше альфа она не продвинулась. Давайте глянем, что это такое. Тут есть зомбятина, тут надо апгрейдить тачку и, в принципе, как-то попытаться выжить. А я ни разу не играл, не знаю, что они хотят, чтобы я продолжал, мне продолжать нечего. Это, короче, наш главный герой. Игра, кстати, на движке Unreal Engine 4, я так понимаю, и смотрится действительно красиво. Я могу выбирать, что ли? О, неплохо. Давай девчонку возьмем, пусть будет. In a small town, south USA. Все понятно, все, что я сказал, да? Все было ясно. Значит, есть зомби, бэнг-бэнг. Нужно срочно отвезти эту вакцину в лабораторию. Это наша последняя надежда. То есть нам дают какую-то вакцину, типа доктор изобрел ее, и я должен на тачке проколесить, короче, до Вашингтона, это пиздячь вообще другой конец штата, а в другой конец Америки. Вообще представляешь, насколько это жестко? А нужно собрать апгрейд, ну, для тачки, чтобы ее, собственно, логично, да? Так, get in the car and try to reach your goal. Хорошо. О, слушай, а смотрится неплохо. Ну, красиво, я не спорю. По графону игра нормальная. То есть, лишь бы по геймплею было еще хорошо. Там что-то на фоне играет? Я не знаю, почему так тихо, но на фоне играет музыка, кстати. И вроде нормально. Так, это что? Это плайерс. Что такое плайерс? А, это какая-то деталь, видимо, для тачи. Я понял. Так, без этого не уедешь. Здесь, короче, помимо того, что можно ездить на машинах, тут также можно и ходить, как мы уже поняли, да? Потому что изначально по скриншотам я думал, что игра заключена именно на том, чтобы кататься, сбивать зомбятину и прокачивать машину, как какого-нибудь Twisted Metal 4 или Vigilant 8. Помните, такие игры были? Я думаю, помните. Так, что у нас здесь? Что-то какая-то тьма, блядь, нихера не видно. А у меня есть... Что-то тут... О, блядь, там кто-то рычит. Поднимай! По-моему, зомбятина уже направляется к нам сюда. Нож, бери! Ах ты ж мать твою! Так, зомби уже здесь. Зомби уже тут, бля. А ты умеешь как-то на картонах или вид от первого лица есть, кстати? Слушай, они там это... Как бы уже ко мне в гости напялились. Так, ладно. Сейчас полутаем, побегаем, посмотрим, что здесь есть полезного. Это что такое? Какие-то компоненты, какая-то лабуда. У меня наверху показано типа 4 либо чекпоинта, либо 4 точки, которые надо как-то посетить. Тут мы были. Так, повоюем зомбяшей, попробуем. Оп! Опа! Хорош. Так, пацаны, вас много вас! Костя, жирный белый, замечательно. Бля, у него топор в голове! Тихо, ша, спокойно, ребята. Спокойно, держимся пока. Так, еще пара домов есть. Это типа Грув-стрит, что-то такое похоже. Видишь, такая круговая улица как бы. Бля, гитара. А зачем нам гитара нужна? В данном случае, либо ее как продать, можно будет потом что-то из нее сделать, купить. Но до этого надо дожить. Что со звуком в игре? Какой-то тихий очень. Или мне кажется, или я уже, блядь, поглох. Так, зомби понятно. У зомби двивалка классическая такая, знаешь, как в «Ходячих мертвецах» была. А как туда? А, нормально. Утюжок, хули, надо же чаек будет запарить себе в дороге, потому что, я так понимаю, эти поездочки будут довольно долгими. Так что чай, это будет нормальная тема. Так, погнали отсюда нахер. Здорово! О-оу, так, лишь бы не багануться, да? Не хотелось бы, конечно, где-то багнуться, потому что это не очень хорошая тема. Здорово. На нахуй! Воу, тихо! Хера? Тетка нормально выносит всех этих ублюдков. Так, там я был, а здесь моя машина, там я не был. 75 хп, нихуя себе, меня ранило. Я даже не успел понять, как, но меня ранило. Так, хорошо, давай быстро прочекаем. Тут вот тачка есть, правда, от нее мало чего осталось. Это заберем, это мне понадобится. Маслица из нее вытекла, все из нее вытекло, соки, вся жизнь из машины, к сожалению, ушла. Тупо металлолом и все, больше ничего. Так, это я тоже возьму. Есть какая-то беда внутри помещения, я не знаю, как у вас, но у меня тупо чернота. Я периодически что-то здесь, конечно, проглядываю. Такое впечатление, что с гаммой какая-то есть беда небольшая.
Плюс у игры я почему-то не мог никак выставить нормальное разрешение, то есть как бы поставить 2К и выше не получалось. Ну, бывает, короче, ладно. Все, вроде мы все залутали, все, что я мог, я здесь нашел. Давай попробуем уже свалить отсюда нахер. Так, пацаны. Они нам не оставляют никакого лута, да? Хера себе. Хера себе, они все одинаковые на вид, смотри. Какие-то, блядь, странные зомби, они больше похожи на каких-то роботов из того же Marvel, кстати. Так, все, пацаны. С вами мы дела сделали. Погнали к машине. Попробуем ее завести. Вроде она еще как бы на ходу должна быть, да? Здорово. Лежать, сука. А там самолет упал. Нихера, да ладно. Так, пацаны, блядь, вы напрягаете, сука, вас много. Так, enter the car. Си, геймпад, left... Не, не надо, подожди, поехали. Просто поехали нахер отсюда, до свидания. Я съебываю. А! Нихера себе физика в игре. Все, поехали отсюда. Опа. Как выйти? О, я могу выйти, да. Выйти, что-то подлутать. Пока неплохо. Пока неплохо и... Не знаю, что дальше, честно, ждать. Так, зомби можно долбить? Можно. Бля! В смысле, out of gas? В смысле, бен закончился? Блять. Карту unlock. Мотор 50. Во, давай. Все, поехали, поехали. Можно? Я же вроде как бы апнулся. И только не говори, что все заново, блядь. Твою мать. А как ее апать? Подожди. Что это было? Че за бред? Ты предлагаешь мне все заново проходить? Зачем? А ну сядь. 25 хп у машины, что-то маловато как-то будет. А, то есть я должен, типа, зомби не бить, да? Я сейчас попробую, я понимаю, что, скорее всего, мы умрем. Блядь, 24. От каждого прикосновения? Посигналить им никак нельзя. 19 хп, блядь. А, бензинчик! Опа, а как мы тут взлетим с тобой? Нам хватит? Бенза, блядь. Надеюсь, да. О, кавабунга, мать твою! Неплохо. Неплохо, неплохо. Пока... О! Блядь, там это была колонка, по-моему, апгрейд кар. Бензинчика побольше бы не помешало. Турель можно поставить. Не трушечку, блядь, мотор попиже. Давай мотор попиже сделаем. Я не против. Так, армор. Не 150, смотри, надо, чтобы вкачать турель себе. Флейм можно либо огонь, либо обычную. Так, давай, наверное, карту unlock. Здесь можно анлокнуть пару машин себе. Вот, смотри, можно. Ну, понятное дело, что бабла у нас на них нет. Поэтому нечего губы-то раскатывать. Во! Я немножко прокачал машину. Видно, что появились такие металлические рейки, да, специальные как бы. Хуя себе. И если я все заново буду собирать... А, ага, 150, да. То есть смотри, оно повторяется. То есть все эти вещи на тех же местах. То есть надо еще раз вот так пробежаться. Все это дело пособирать. И если я не доезжаю... А там мы почти доехали, кстати. До бензоколонки, по-моему. Ну, тогда уже как-то... Хер его знает. Надо бензин. А бенза тут нет. Бенз, скорее всего, только там будет. На определенных локациях. Видишь, это 4 точки, где машина может, видимо, подзаправиться. Странно. На самом деле, такой геймплей, знаешь, он больше похож, наверное, на... мобильные игры, чем на полноценную игру, которая на компе у нас, да? То есть это такая, типа, мобилочный стайл. То есть там подъехал, за донат себе что-то прокачал, вставил. О, отверточка. Хорошо. Главное, что мы нашли с тобой нож. А зомби тут уже нет. То есть если их там всех повырубать, то я, в принципе, смог бы доехать. Так, это забираем, у нас уже 240. А можно это прокачивать? End round, resume, нет. Я думал, что я могу прокачать машину, например... А, находясь в ней непосредственно, не погибая. То есть, как бы, ну ладно, сейчас проверим. Может, хватит, а может, нет. Блин, там жопа. Все, побежали. Побежали, посмотрим. А отзывы об этой игре, кстати, довольно странные в Steam. То есть, как бы, она выглядит симпатично, да? Довольно-таки. В графическом плане придраться не к чему. Так, что по бензу? Бенз нормально. Живем, блядь! А хп, кстати, больше стало. Это хорошо. Ай, сука, хули вы тут забыли, падла? Как-то можно... О, от первого лица можно, смотри. Хуя себе, бля. Так, бенз уже на все, на говне у нас. Давай. Опа! Чекпоинт, детка!
Вот, мы до чекпоинта доехали, и здесь, короче, надо себе поставить, блядь, турель. Все, идите все в жопу, зомби, я ставлю себе турельку. А, давай еще апнем бенза себе. Блядь, 20 маловато. Маловато осталось. И с этого чекпоинта, получается, я, наверное, могу дальше, да? Ну, как бы да, смотри, нихера себе. Ни хрена себе у меня там это, четырехствольный пулемет наверху. А это что, мы на Ауди катаемся? А там, кстати, можно было рейнджак открыть, еще, по-моему, что-то. Мне кажется, надо какой-нибудь либо гелик жесткий такой, знаешь, как в «Безумном Максиме». Либо какой-нибудь крузак 200 или 100, что-то такое. Так, что у нас тут? Это можно взять. Вообще, потенциал и идея у игры интересные. Мы, я же говорю, играли в подобное, уже было дело, но там без зомби было. Насколько я помню, там просто была как бы локация, которая рандомно генерировалась, и можно было там кататься. И мне игра зашла, и зрителям, кстати, тоже. Но здесь надо разбивать идею, чтобы это было интересно, чтобы это было как-то... Плеер-кат зачем? Ну, давай посмотрим, что там такое. Охуенчик, мы поиграли с тобой. А, так, 500 поинтов, 25 жизней, нихера себе, что так много-то? Можно выйти? Я не хочу играть. Try again. Не, не хочу. Я уже наигрался, мне, в принципе, хватило. Я никогда особо не любил такие аркадные автоматы. Это чисто такая, знаешь, выкачка бабла. О, там что-то лежит. А тут почему-то нет зомби, странно. Ко всему прочему, я поставил себе еще огнемет. И самое время, чувствую, ехать. Надо дальше. Так, собираем ништяки и поехали отсюда. Забираем это. А, магазин так просто не зайдешь. Парадного хода зайти нельзя, увы. Так, фура стоит. Она была разве здесь? Что-то я не помню. Так, забираю это. И забираю это. Вообще, в магазине, мне кажется, должны быть зомби. Это такая, знаешь, классическая тема, как в каком-нибудь резиденте. Ты заходишь, там всегда тебя встречает зомбиатина. А наверх нельзя? Оно просто так выглядит, как будто я мог бы туда забраться и там что-то сделать. Так, это мне тоже надо. Ведь я, получается, могу все время умирать. Снова оживать. И таким способом прокачивать себе тачку. Так, мне налево. Я в тот раз поехал. Бля, ай, ты, я сейчас нитро про... Я просрал нитро. Оно все стреляет само почему-то. Я особо ничего не делаю. Твою мать. А, жарь, давай, жарь, 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 отлично. Так, там какой-то домик. Охуеть. Как оно работает, забавно. Так, что здесь у нас? Мы до чекпоинта еще не доехали, но зомбяшку пожгли знатно. Так, чувствую, надо его так добивать. Эй, все. У меня бампер отваливается. Вот это плохо. Там, смотри, военный вертолет завалился. Нормально. О, черт. Блин, бензина мало. Странно, что бенз нельзя найти где-то здесь. Учитывая, что мы были на заправке. То есть, как бы, особо-то не подзаправились. Так, это мое. Дома, как мы видим, повторяются как братья-близнецы. То есть точно такой же интерьер, как везде. На том же самом месте нож еще один. Но нож здесь как бы, ну, имеет такую тенденцию ломаться. Поэтому неудивительно. Гитара. Все в порядке. Все, поехали дальше. Пока это довольно скучно смотрится. Я говорю, идея была интересная. Но вот реализация немножко пока подхрамывает. Так, нам туда надо. Но бензина мало, я не доеду, наверное. Ну, стреляй, чё? А, все закончилось. Ха-ха, охуенно. Так, налево, направо. Бля, тут танки пошли. Херово дело. Херово дело. Блять, коробки. А я там не проеду, сука. Все, бензин закончился. Теперь мы знаем точно, что направо лучше не ехать. Хотя там был какой-то ценный лутец. Что ему, армор еще качнуть себе? Да, наверное... Лучше топливо, но, опять же, пока не хватает. Давай сделаем вот так. Нитро можно, да? Было бы. И вот это надо прокачать. А что по машинам? Полицейская, баги есть. Но пока, видимо, нам не дают возможности. Хорошо. Давай тогда я ничего не буду собирать. Мы просто возьмем с тобой и поедем сразу налево. Хотя там был хороший лут, который надо было бы забрать. А, черт. Спокуха, спокуха. А-а-а, черт, меня дери. Плохо, плохо, плохо. Просрали очень много топлива на это дерьмо. Так, здесь мы были. Здесь мы тоже были.
Слушай, я пойду заберу, наверное. Там хорошие были вещи какие-то, топчик, надо пойти забрать их обязательно. Так, все, поехали. Погнали, мать, сейчас все сделаю. А что, в смысле, тейкдаун делай! Делай тейкдаун! Хорош. А у них у всех ножи в головах. Все зомби повторяются, что такое? Фьюлбокс, отлично! До свидули. А с них падает, да, ништячок? Да, по три хардвара. У каждого, блядь, все как братья-близнецы. Это жесть. Это, конечно, жесть. Так, забирай. Могу ли я заправить тачку, например, если я нашел там... Ништячок, там танки. Ну да, нам только в другую сторону надо. О, черт, плохо дело. Надо разворачиваться. Блин, видишь, топлива нет, мы в жопе. Мы с тобой в жопе, бро. Все, я не доеду. Я не доехал хотя бы посмотреть, что там находится. Так, 257, я могу качнуть армор. Давай сделаем. Заармируем тачку, ну а на остальное уже будем смотреть. Так, попытка номер 3, наверное, уже, да? Вот. И что у нас поменялось? По-моему, решетка только стала впереди, да, как-то более стрёмно смотреться. Так, поехали. Все, не сворачиваем. Твою мать. А, отошли от моей машины. Все. Живем. Пока нормально. Нитро еще, кстати, есть. Я, оказывается, не все нитро взял. Так, налево. О-о-о! Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, твою мать. Ой, если оно бомбанет нам, пиздарики. Нам хана, если это все взорвется. Мать. А-а-а! Это было больно. Так, там что-то ценное. Подожди, 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 подожди. Слушай, а если я до чекпоинта так добегу, мне засчитают, интересно, или нет? Что, какой-то радиатор, блядь, взял, пятнашку мне дали. Все, до свидания, ублюдки. Смотри, там можно... Это чекпоинт, если я пешком реально добегу до него. А сейчас мы попробуем проверить. Можно ли так делать? Если можно, это замечательно. Циркушка, смотри. Так, чекпоинт. Видимо, надо все-таки на тачке. Потому что так оно не считает ничего. Забираем компоненты. Блин, я бы мог, понимаешь, просто там нет зомби. Я бы спокойно взял и машину туда дотолкал, без проблем вообще. Но игра решила, что так не получится. Это было бы слишком хитро выебанная система, и, наверное, так делал бы каждый. Здорово. Хорош. Можно было вынимать ножи из них, потому что в каждом зомби практически есть нож. До свидания. Слушай, давай я дотолкаю ее реально. Этот вообще помер рядом. Можно? Нет? Блин, жалко. Давай, чуть-чуть осталось. Да ты издеваешься, что ли, блядь? О, господи. Так, у меня 300. Что я могу сделать? Я могу бензобак себе увеличить. Наверное, это было бы неплохо. Так, я должен доехать до этой церквушки, потому что это уже несерьезно, мне кажется. Так, поехали. Вот, топлива стало больше. Чисто, знаешь, надо работать на одно топливо в этой игре. Оп, и у нас, по-моему, что-то впереди багнулось. Бампер в полной заднице. Не, ну с таким топливом-то мы доедем вообще без проблем, бля. Просто будем тушить пацанов налево и направо. Охуенчик. До свидули. Оп, о-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 
Бля. У нас, в принципе, ХП нормально. Это как в школе по вождению, смотри. Уяка готова. Давай, 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 родная, давай. Готово. Ха! Чекпоинт есть и 190 поинтов на прокачку тоже. Так, мотор, армор. Я вот не знаю, что бы. Давай мотор попробуем. Ох, 92. Но за 92 даже нитро не прокачаешь, поэтому это печаль. Я предлагаю посмотреть следующую локацию. Последняя, получается, да, у нас? Куда надо бы доехать. Так, тут мы забираем. Это к нам давай. И это тоже. Вот, прекрасно. Вот теперь должно быть хорошо. Ну, погнали. Первого лица, конечно, забавно. Но так как-то более привычно. Так, налево-направо.
Поехали направо посмотрим. У-у-у, вот эти танки. Мы же были с тобой, да? Мы просто в объезд поехали, я понял. Так, спокойно. Спокойно, пацаны. Блять, что-то их там реально много. О-о. Ну ладно, 57 не так-то много и забрал. О-о-о-о-о, тихо. Не заваливайся так. Блять. Полицейские тачки, блин. Было бы хорошо такие себе заиметь. Они, по-моему, изначально уже укрепленные. Смотри, сейчас как эпично будет. Хуяк! Бля, там еще машина стояла. Ты издеваешься? Я почти доехал! Я почти доехал! Давай. А, там еще дальше. Вот там металлический помост, и через него аж надо перепрыгивать. Ни хрена себе. Так, ладно, забираем. Что у нас еще тут? Нет, тут хотя бы локация поменялась. Уже большой плюс, что хоть какое-то да разнообразие есть. Чисто копим на большой бензобак, чтобы доехать, потому что без него, как видишь, довольно тяжко это делать. Так, 282 маловато будет. Надо как-то еще поболее. Так, что за домом? А за домом у нас ничего. Жалко. Что-то устало-то, беги давай. Стало, стоит. А, да, туда я не доеду. Оп. И все. Но там, скорее всего, что-то... О, я могу качнуть, смотри. Отлично. Отлично, бензобак мы прокачали. Сейчас попробуем доехать. Хоть посмотрим, чем оно закончится. Я даже собирать не буду. Так, а мы ехали, мы направо едем. Отлично. Тем более мы заезжали туда направо, а уже не надо это делать. Спокойно. А, больновато. Давай, родная, давай. Хорош. Слушай, нормально. Пока нормально. Блин, от первого лица неудобно. Тихо. Там тачка, а здесь можно проехать, да. Ну, первый раз мы же этого не знали, правильно? Хорош, только не перелети, пожалуйста, я тебя прошу. Ох ты ж твою мать. Ай, 38 хп, вы издеваетесь, что ли? Все, поехали отсюда нахер. Так, топливо еще немножко есть, там вроде как туннель или что-то такое, да? 135. Блять! Оу, тихо, 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 спокойно. Спокойно, родная, спокойно, все хорошо. Мы куда-то с тобой практически выехали. Правда, не знаю куда, но что-то мы долго едем. Бля, гараж! Да я не доеду! Пиздец. Мне до гаража оставалось там, бля, чуть-чуть, буквально, 2 метра. Я проехал бы. Так, парни, спокойно, все нормально. Тачку мы немножко апнули. В принципе, должны вроде как доехать. Я уже даже не особо останавливаюсь. Оп! Тут мы перелетаем. Хорошо. Фух, так, вот тут сложно бывает. Потому что машина слишком дамажится. 42 как-то маловато, но я армор особо не прокачивал, поэтому... Есть с этим беда. Так, не заносись, пожалуйста, потому что тачку бывает заносит жестко. О, 24 хп, твою мать. Плохо. Но я думаю, что мне должно хватить, я должен, по идее, доехать. Вроде как должно хватать. Потому что гараж вот уже здесь, а бензина у нас нормально. Так, залетаем. First step у нас комплит. Первый шаг мы сделали. И таких шагов надо до хера. Смотри, нам новую тачу дали. И они предлагают ее, типа, заново все делать? Че, издеваетесь, блин? Я столько вложил в ту машину. Охренеть. Конечно, надо бензин прокачивать перво-наперво. Армор. Можно мотор. Ну, та, типа, тачка уже все. Это типа рейнджак, по-моему, да? Типа Ивока что-то такое. Или это Виларовский, что-то непонятно, короче. Может, какая-то заставка будет, нам что-то покажут? Нет. Теперь у нас начинаются ночные вылазки из этого ангара. А фонарик какой-нибудь есть, не? Фонарика, видимо, нет. Что у нас из машины? О, мультимедиа, радио, чисто БМВшное, но это не Бэха. Да, ночью прям совсем муть.
Подожди, не в эту же сторону? Или в эту? Ха-ха, хер его знает, блин. Там только один путь есть. Так, пацаны, наверное, нам сюда. А, здесь можно проехать, тут ништяки. Я просто пока тестово проезжаю, смотрю. Для первого раза. Тут у нас такая вот объездная. А, деревянные эти нельзя сломать. Ты издеваешься, что ли, блядь? Так, ну давай мотор себе прокачаем. Да, с такими успехами я, конечно, не доеду. Это понятное дело. Давай последнюю сделаем вылазку. Я думаю, что ролик можно будет заканчивать. В принципе, неплохо. Я думаю, так, часик-другой покопаться, посидеть, поразвлекаться может. А, там вообще закрыто. Блядь, там не проехать. А камера у нас не поворачивается, да? Это печалька. Вот эта дорога. Туда мы типа идем пешком, а здесь уже надо как бы ехать. Блядь, трактор стоит. Все, бенз у меня на говне. Все. Короче, друзья мои, вот такая вот игруля. Я могу, в принципе, эндраунд сделать. И все равно могу что-то себе апгрейд. Например, не трубку сделать. Так, надо понять, как теперь выйти в главное меню. Ага. Все, я понял. То есть, если где-то забаговались, что-то сделали, эндраунд прописываешь, и красота. Ладно, ребят, будем тогда заканчивать. Вот такая вот игруля у нас, Road Z, The Last Drive. В принципе, неплохо, но тут надо конкретно сесть и заниматься игрой дальше, чтобы это было интересно, чтобы этот геймплей не приедался через час или два игры. А так, в принципе, задумка мне понравилась. Спасибо, что смотрели, с вами был Брейн. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Пока-пока.